Смотрите, какие крутые и полезные гаджеты вы увидите в этом видео, и в конце видео будет конкурс. Погнали смотреть! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я сделал для вас подборочку с кухонными товарами, которые вам пригодятся, с сайта AliExpress. Когда будете что-то себе покупать, не забывайте пользоваться кэшбэком. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком и экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании. И в конце видео будет конкурс. Перед началом советую вам ознакомиться с полезным приложением AliTools. Оно немного упростит ваши покупки на Алиэкспрессе. Приятного просмотра! Делаете покупки на AliExpress, AliTools поможет найти лучшую цену среди всех предложений. Не попадайтесь на искусственные скидки от недобросовестных продавцов. И первый товар у нас — машинка для приготовления горячих бутербродов. Начните свой день с вкусного, пропеченного до хрустящей и румяной корочки завтрака. Если вы обожаете поджаристые сэндвичи, но не хотите загромождать кухонный шкаф или столешницу различной техникой, бутербродница идеально вам подойдет. С ее помощью вы можете поджаривать вкусные и хрустящие горячие бутерброды. Антипригарное покрытие позволит вам не волноваться за то, что ваш завтрак подгорит, а прочная защелка, термостат и световая индикация обеспечат удобство применения устройства. Бутылочка для масла с кисточкой. Емкость для масла изготовлена из прочного стекла. Специальная силиконовая кисточка позволяет равномерно распределять масло на противне или сковороде. Кисточка съемная, поэтому емкость также отлично подойдет для заправки салатов. Для гигиеничного хранения кисточка закрывается прозрачной крышкой. Такая емкость не только поможет хранить масло, но и отлично дополнит интерьер кухни. Подставка под горячее. Незаменимый и очень полезный аксессуар на каждой кухне, подставка обладает уникальным свойством. Средняя секция раскладывается, превращаясь в удобную подставку для половника. Подставка под горячее изготовлена из качественного и очень прочного силикона, позволяет выдерживать температуру до 240 градусов. Материал не скользит по поверхности стола. Термостойкая подставка предназначена для кастрюль, горячих сковородок и тарелок. Позволит вам сохранить покрытие ваших столов. Подставка безопасна при контакте с тефлоновой поверхностью. Можно мыть в посудомоечной машине. Набор для творога. Попробуйте приготовить творог дома. С таким набором для приготовления домашнего творога и сыра это проще простого. В набор входит книга с оригинальными и простыми рецептами быстрого приготовления творога с помощью микроволновой печи. Простой процесс приготовления домашнего творога занимает всего лишь 15 минут вашего времени. Нужно всего лишь два ингредиента – свежее молоко и закваска. Всего за полтора часа создайте нежные витаминные лакомства для здорового, диетического или детского питания из молока. В набор входит чаша для молока, емкость, дуршлаг для сбора творога или сыра, силиконовая крышка. Приспособление для нарезки томатов черри. С этой конструкцией можно нарезать помидорки ровно и аккуратно, при этом сок не будет разбрызгиваться повсюду. Всего лишь складываем черри и проводим специальным ножом в специальном отверстии. Один раз и много готовых половинок. Еще, если умудриться аккуратно сложить их в единые целые и закинуть обратно, будут уже четвертинки. К сожалению, из-за маленького размера вещь не слишком универсальная. Использовать ее можно в основном для мелких фруктов и помидоров черри. Крутая овощерезка 2 в 1. Теперь идеальный салат или суп – это не проблема. Для нарезки продукта вам понадобится всего пару минут. Овощерезка позволяет нарезать продукты с молниеносной скоростью. Вы буквально делаете работу в 10 раз быстрее. Все дольки и кусочки продуктов идентичны друг другу по форме и размеру. Даже самое простое блюдо станет коронным номером вечера благодаря своей аккуратности и привлекательному внешнему виду. Строение овощерезки продумано так, чтобы вы могли не только быстро работать, но и совершенно не бояться порезаться. После использования овощерезки вам не придется мыть гору посуды. Легко очищается и пригодно для мытья в посудомоечной машине. Многофункциональная щетка для мытья овощей и фруктов. Эта приятная на ощупь щетка поможет вам до блеска вымыть овощи или фрукты от грязи, даже если та засохла и не хочет отставать. Просто потрите ею овощ под теплой водой, и благодаря специальной поверхности грязь очень быстро исчезнет. Альтернативное применение щетки для мытья овощей – это подхватка для горячего, инструмент для открывания крышек с бутылок и банок, которые плотно закручены. Стоит попользоваться щеткой всего один раз, как она станет незаменимым атрибутом вашей кухни. Кухонная подставка под крышки.
Скромный кухонный аксессуар выполняет существенную утилитарную задачу. Крышки от кастрюль, сковород и другой кухонной посуды на данном устройстве быстро высыхают после мытья. Крышки также удобно здесь хранить. Такой держатель стоит купить для улучшения эргономики кухни. Подставка выполнена из стали с белым или черным покрытием. Идеально впишется в интерьер современной кухни, а благодаря своему размеру сэкономит место на вашем столе. Набор для карвинга даст возможность вырезать из овощей и фруктов различные фигурки или же просто наносить на их поверхности симпатичные узоры. Вы сможете вырезать различные розочки, листочки и тем самым украсить сэндвичи, салаты или же горячие блюда. Ваши гости останутся под впечатлением от такого искусства кулинарной работы. Вы способны сделать с его помощью шикарный стол и оставить неизгладимые впечатления на своих родных, близких и гостей. Стол будет изобиловать красиво приготовленными тостами, закусками, украшенными декоративно оформленными фруктами и овощами. Комплектация: 6 специальных форм для вырезания, 1 резиновая груша, она используется для того, чтобы удалять оставшиеся кусочки кожуры из формы воздействием воздуха. Органайзер для раковины. Многофункциональные приспособления, предназначенные для хранения различных принадлежностей для мытья посуды, а также столешниц. Конструкция из АБС-пластика и поливинилхлорида не портится под влиянием влаги в раковине. Она вместительна. В ней можно поместить моющие средства, ёршик, кухонную губку для мытья посуды и салфетку. Конструкция крепится к раковине. Можно мыть в посудомоечной машине. Она не мешает в процессе мытья посуды. Органайзер легко почистить. Он полностью разбирается. Тостерница порадует вкусным завтраком каждого. Любителя позавтракать поплотнее, горячими тостами с ветчиной и сыром, детей сладкими тостами и тех, кто следит за своей фигурой, тостами из цельнозернового хлеба. Представленный прибор мощностью 900 Вт отличается высоким качеством и функциональностью, поддерживает 3 режима работы – разморозка, подогрев, поджаривание. Степень поджаривания хлеба можно регулировать, выбирая значения от 1 до 7. Благодаря автоматическому центрированию тостов гарантируется их равномерное обжаривание. Управлять тостером очень просто и удобно. На корпусе имеются LED-индикаторы, также есть кнопка отмены. Для разогрева выпечки предусмотрена специальная встроенная решетка. Детская тарелка не проливайка. Как бы взрослые ни старались, детки все равно умудряются преподнести сюрпризы. Чтобы решить эту проблему, предлагаю вашему вниманию тарелку, которая является не просто детской посудой, но также и развивающим девайсом. Тарелка-непроливайка – интересная и необходимая вещь, которая понравится каждому ребенку. Внутри расположена специальная внутренняя чаша, которая вращается на 360 градусов и при этом всегда сохраняет горизонтальное положение. Поэтому пролить или рассыпать что-либо с тарелкой будет просто невозможно. Теперь вам не нужно волноваться, что ребенок может испачкать дорогостоящие вещи – ковер, мебель или даже салон автомобиля. Пресс для чеснока. Это замечательный инструмент, который поможет приготовке на кухне. Изделие выполнено из нержавеющей стали. Специальная форма и инновационный дизайн позволяют избежать контакта рук с чесноком. Положите зубчик чеснока на ровную поверхность и надавите сверху прибором. Через отверстие в центре пройдет измельченный чеснок, который можно снять ложкой. Пресс для чеснока удивительно практичный, функциональный и стильный аксессуар, который по достоинству оценит любая хозяйка. Пресс можно мыть в посудомоечной машине. Средство для удаления мусора в раковине. У вас забилась ванная или умывальник? Не волнуйтесь, решить проблему поможет вот такая штука. Это универсальное приспособление разработано специально для чистки, поможет убрать волосы, грязь и другие загрязнения. Легкий в использовании и очень эффективный. Все, что вам надо, это просунуть палочку в слив для воды, прокрутить и вытянуть. Для эффективности процедуру можно повторить. Вы убедитесь, насколько это легко. Да, и не забудьте приготовиться к неприятному сюрпризу, когда будете вытягивать гаджет. Оригинальная кружка для молока отличается необычной формой исполнения. Она имеет двойные стенки и внутреннюю часть, изготовленной в виде коровьего вымени, которую особенно хорошо видно, когда молочник наполнен каким-нибудь напитком. Когда он пустой или заполнен водой, вымя не столь заметно. Прекрасно подходит для молока или сливок. Однако его можно с успехом использовать не только как молочник, но и в качестве обычной кружки, наполняя любым напитком. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса – 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, как вы завтракаете по утрам. Мне будет интересно, может и я немного изменю свой рацион.
Обязательно подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайв. На нем будут итоги конкурсов, и там уже есть новые розыгрыши призов по нескольким видео. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!